Ну, такое лето. Такое. С другой стороны, лето есть лето, развлекаться надо, в аквапарке ходить надо. Но, честно говоря, немножко подустали мы уже от этих вот замыленных реклам аквапарков, где сплошной секс, 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 гламур, 90-60-90. В конце концов, давайте проверим, могут ли в аквапарке люди, полные люди, дышать полной грудью. Для этого мы позвали Машу. Эй, дельфин, вылазь! Давай! Так, только давай без обнимашек. Тише, тише, все, прекращай. Без обнимашек. Знакомьтесь, это Маша. Как называется? Полная, покрепче, пышечка. Догледженная. Да. Могут ли догледженные люди вот точно так же комфортно проводить время в аквапарках, как и все остальные? Вот. Но для того, чтобы все-таки немножко уравнять шанс, тебе, наверное, одной скучно просто будет. Нашел я тебе хороших коллег. Маш, знакомься, чтобы тебе не было скучно. Ангелина. Ванька, ты одеваешь тут по весу. Так все нормально, вон сестра-близняшка Кристина рядом. Вот сейчас разбегаемся, по очереди прыгаем в воду. Вот у кого бомбочка выше, тот и побеждает. Брызги выше у кого. Крис, что скажешь, как уделаешь, не уделаешь Маню? Я попробую ее уделать. Давай, порвись. Хорошо. Крис первый. Раз, два, три. Побежали. Ох! Раз, два, три. Главное не выше, главное масса погружения, ну то есть эффект. Это же, понимаешь, это 3D-эффект, там же пил и все, у меня пи-пи-пил. И даже добавлять эффектов не надо. Хорошо, пошли на горки. Прям, слышишь, стой. Сразу и тест-драйв, и очередное небольшое соревнование. Тут сразу три одинаковые горки, они идут параллельно, с одним заворотиком. Проверим, короче, ну, кто быстрее преодолеет это препятствие. Ну, вроде как Маня, опять-таки, за счет массы должна быстрее пройти. Нет, ты сказал, что на ходу еще бокал с коктейлем забрать. Твое было условие. У кого? Ну, там какой-то чертяка будет ждать. У застрявшего. Масса или аэродинамика? Косточки или мякиши? Давайте. Я на аэродинамике. Она тебя в бомбочках уделала. Давайте, на старт. Внимание. Марш! Короче, я походу выиграла, да? Не, ну знаешь, как бензин, резкий старт, но потом уже не так, да? У меня был не дизель, так, да? А у тебя дизель такой, да, то есть... С воздухом, но жалко, что вы это не услышите. Все правильно. Я тебя поздравляю с победой. Спасибо. 1-1, потому что в бомбочках они тебя уделали. Крис, я, кстати, на тебя ставил. Просто Маню пожалела и ноги раздвинула, как нам сказала тетя. Чтобы затормозить, надо раздвинуть ноги. Именно. Я тоже в бордюр въехала. Как бы это прискорбно не звучало, она раздвинула ноги, а я идеологически выдержанно проехала по горке, никому не раздвинув ноги. И все получилось. Это 2-1. Дорогая Маша. Не надо этого говорить. Ну вот и первый для тебя облом. Я знаю. Потому что вот есть горка, на которой можно скатываться только вдвоем. В следующий раз бери Пошли. С собой компаньона. Ты знаешь, и я знаю, что я с тобой не пойду. Вот на этом вы покатитесь. Ну что, я так понимаю, у нас 2-2? 2-2. Да.
Ладно, пока мы тусили, мы потеряли бойца. Надо идти забирать. А ну-ка, дойди от бара. Вы на работе, иди сюда. Оставили на 5 минут. Слышишь, на меня не ори, на меня, но все схвачено. Ты на работе, какой бар, пошли. Сестры-близняшки, рассказывайте, как ощущения? Круто, очень весело, задорно, но холодно. Экстремально, позитивно. Но губы у тебя уже посинели. Да, поэтому вот все-таки... Минус худобы – это то, что тут холодно. Вот маме нашей вообще не холодно. Люди, догледженные, отдыхать в аквапарке. Легко, мальчики, девочки, 6 иксов L, 5, 4, 3, 2, 1. Гоу, отдыхайте, отрывайтесь. Жизнь дана нам для того, чтобы просто получать удовольствие, ловить кайф. Ну и большой выбор обуви. Я вот себе уже насмотрела. Спасибо, мать. А, это не та передача, извините. Я думал, бусяк сорвать. Давай. Все. Пока.